Около 100 тонн посылок в Молдову застряли за границей из-за закрытия воздушного пространства во время пандемии и коронавирусной инфекции. Как сообщило госпредприятие «Почта Молдовы», почти половина запоздавших посылок приходится на Китай. На складах в Германии лежат почти 11 тонн бандеролей и коробок, предназначенных жителям нашей страны. По 5 тонн отправлений застряли в Сингапуре и Нидерландах, свыше 3,5 тонн в Турции, чуть меньше в Великобритании. На предприятии «Почта Молдовы» отметили, что груз нельзя доставить в страну чартерными рейсами, поскольку они предназначены строго для пассажиров. Те же, чьи посылки были доставлены через границу, не спешат их забирать. В почтовых отделениях накопилось более 6 тысяч бандеролей. Если получатели не заберут их в установленные сроки, груз вернут отправителям.